Короче, сижу я такой в ВК, и мой друг присылает видео и говорит, типа, видел это? Ну, я такой захожу проверить, а там... Сонарь-бой! Сонарь-бой, сонарь-бой, сонарь-бой! На баре синий мы танцуем под минимум, да-да-да! Красиво, но таких, как ты, да-да-да. Потом смотрю комменты, и там пишут: фу, он поет песни ЛДЖ, отписка, дизлайк. И среди этих комментариев я нашел один коммент от девочки, и она пишет: боже, мальчик с ДЦП, но поет очень хорошо. Я такой: чё? И говорю другу: алё, поцак, мальчик с ДЦП, чего ты ржёшь? Я посмотрел еще немного его роликов, и оказалось, мальчик очень талантливый. И возникает вопрос, почему все его хейтят? Пишут не очень-то и хорошие комменты. Думаю, что все из-за самой песни ЛДЖ. И родители сами виноваты, что его хейтят. Ну вы сами прислушайтесь. Песня про бухло и женщин, которых до хуя. Ну много матов. А мальчик-то поет наизусть, значит он слышал музыку не раз, не пять раз, а до хуя. Тут у меня нету никаких претензий мальчику. Все претензии наоборот его родителям, которые халатно отнеслись к своему 7-летнему ребенку. Вы головой подумайте, 7-летний ребенок поет песню, но точно не для него. Вот все суть его хейта, вот почему его хейтят. На этом у меня все. Желаю Сергею скорейшего выздоровления и всем пока.